14 октября, в День матери, в торжественной обстановке в районном исполнительном комитете женщины, воспитывающие пятерых и более детей Пинского района, получили орден матери. Высокую государственную награду по поручению главы государства матерям вручил председатель Пинского райисполкома Валерий Рябковец и лично поздравил с этим знаменательным днем. Я сам рос в многодетной семье, и оно приятно, говорится, что есть и не, говорится, немалая родня. А учитывая, что сегодня такой замечательный праздник, я хотел бы поздравить всех мам с этим праздником, здоровья и удачи, ну и чтобы побольше в каждой семье было детей. Материнство воплощает лучшие человеческие качества – самоотверженность и благородство, заботу о ближних, исследование высокому моральному долгу, духовность и нравственность, которые сегодня особенно нужны нашему обществу. Все присутствующие мамы воспитывают пятерых детей, а кто-то уже помогает справляться и с внуками. Большая ответственность в первую очередь. Я очень благодарна Богу за своих детей. У меня все дети хорошие. Я уже имею 11 внуков. Вот, я уже на пенсии. Дети уже у меня все выросли, младшая в 10 классе девочка, она здесь тоже присутствует. Дети меня все радуют. Вот. Конечно, большое спасибо президенту, что он не забывает, многодетные семьи помогает. Ну, у меня 5 детей, 3 мальчика, 2 девочки. Это вот старшему 9 лет, это вот ходит во 2 класс, это вот. Ну, для меня самое главное – это здоровье, чтобы они здоровые были. Так, сегодня в Пинском районе проживает более 800 многодетных семей. 149 получили эти высокие награды. И вот сегодня еще 7 по поручению президента получили ордена и материальную помощь.